Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня решил на своем смартфоне Infinix Note 8 проверить, не пришло ли какое обновление. Все-таки 3 июня. Последнее обновление прошивочки здесь. Сейчас посмотрим, от какого числа и от какого месяца. Версия XOS 7.1. Нужно включить обновление. Всякая китайщина. Итак, непосредственно о телефоне информация. Вот тут, конечно, замудрено очень. Я вам хочу сказать, это, конечно, мне не нравится. Система. Обновление системы. Проверяем. Да, вы знаете, есть действительно свежее обновление. Android Security Patch от 5 мая 2021 года. Версия новая. Опять же, исправлен пользовательский опыт. Или как опыт пользования самим смартфоном. То есть... Компания довольно-таки неплохо поддерживает свои смартфоны, ежемесячные обновления, друзья. И вы знаете, смартфон пока очень радует, всем его рекомендую. Конечно же, впереди еще будут тесты заряда аккумулятора, тест камеры, сравнение с другими смартфонами и так далее. Практически планшет около 7 дюймов. Диагональ экрана. Ну и естественно это обновление на 399 мегабайт я установлю. И соответственно, если будут какие-то кардинальные изменения, друзья, в следующем видео я вам об этом расскажу. С вами был канал Технобар Плюс. Кому понравилось видео, ставим лайк. Кому не понравилось, дизлайк. В любом случае подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока.